Шоссейная – одна из основных улиц Кумертау, располагающаяся на наиболее оживленном въезде в город. Поэтому она, можно сказать, формирует первое и немаловажное впечатление о городском дорожном хозяйстве. Кроме того, ее протяженность составляет более 4 километров, и в этом году планируется заасфальтировать этот участок полностью. Из-за активного транспортного потока асфальтируемый участок дороги был перекрыт частично. По словам руководителя ремонтных бригад, работы выполняются строго по техническим нормативам, и независимый центр дорожной экспертизы по завершении проверяет качество их выполнения. Вместе с тем проделанный ремонт могут оценить и неофициальные эксперты, городские автолюбители. Здесь вот хорошие дороги, да, я ничего не скажу. А там уже вот в Питках, перед мостом, спускающийся с горы, когда уже сразу волны все. Это же выбьет дорогу. На Шоссейной нормальная дорога. Вот в Питки нехорошая дорога, но там делают дорогу. Надо же понимать это все. Не так просто взял и сделал. Она стоит денег. На сегодняшний день завершен сплошной ремонт дорог центральных перекрестков города, путепроводов 60 лет БАССР и Пушкина, а также участков улиц Вокзальная и Шоссейная. В скором времени организации «Башкиравтодор» планируется ремонт дорожных полотен по улице Салавата, от улицы Гафури до Логовая, а также по улице Карла Маркса, от мечети до улицы Достоевского.